Thank you.
Всеми
Să-i
господин заклят бедного, и иди в хораль, я третье место из потому, зайди по солнце и взято камень место того, и положи возглавие себе, и с паном, и стихоном, и сон виде, и селестница утвердена на земли, и я же глава дося заше до небес, и ангели Божии восхождаву и нисхождаву по ней. Господь же утверждавшийся на ней и рече, от Бога Авраама, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся, земля и держит, и спиши на ней, себе давню и семени твоему, и будет семя твое, як песок земный, и распространится на море, и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся у тебе вся колено земная, и о семени твоем, и се а с тобою сохраняйся на всяком пути, ама же аще пойдеши, и возвращуся в землю сию, яконе имам тебе оставите, доне же сотворите ми вся, еликого глагола к тебе, и восстаю Яков от сна своего и рече, яко есть Господь на месте сем, аж и не ведя, и убоясь и рече, яко страшно место сие, не сие, но дом Божий, и сия врата небесная. Пророчество Иезекиилево, чтение. Так и глаголит Господь, будет однясь мака и прочее, сотворят иудеи на алтаре все сожжения вашего, и ярость спасения вашего, и приму вы, глаголит Адонай Господь, и обратими на путь враг святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворенно, и рече Господь ко мне, врата сия затворенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворенно, яко игумен сядет в них с нести хлеб, по пути Иламский брат едет, и по пути его изведет, и эпидемия по пути врат святых, сущих к северу, прямо к храму, и видев, и сей исполн славы, храм Господень. И священие, премудрость создал святого, утвердил столбов сень, заклад своей жертвенной растворит чаши свой вином и уготова свою трапезу, посла свои рабы, созывающие с высоким проповеданием на чашу, глаголющие, их же есть безумен, да уклонится ко мне и требующему мореще, придите, дядите мой хлеб и пейте вино, ех же растворих вам, оставите безумие, и живи будете, и взыщите разума, да поживите, исправите разум ведение, наказуясь выйдя, примет себе бесчестие, облещай же нечестивого, опорочи себе, облечение во нечестивому, раны дерут, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит все, дашь премудрому вину и премудше будет, сказуй праведному и приложит примати, начало премудрости сестра Господень, и совет святых разум, разуметь его закон, помыслы есть благого, сим образом многое пожалеешь время, и прилагаться тебе летом жизнь.
и обеспорите даже высоко преосвященный, чтобы дроводиться по уме, и все боги, все братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господа просим.
и покаяние скончати Господа просим. Помогай, Господи! Христианские почили живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшный судище Христове просим. Первого мира Борида Киевского, первого
Патриархи Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Варсонове, и о всем о Христе, братстве нашем, и о всякой души христианской, скорбящей же злобленней, милости Божией, помощи требующей, о покровении и радости Гой живущих в нем, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии Святой Божией Церквей, о спасении, помощи, сочтением и страхом Божиим труждающихся и служащих отец и братья наши, о оставшихся и в отшествии сущих, о исцелении в немощих лежащих, о успении, слабе, блаженней памяти, оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братья наши, здесь лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных, и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святем храме сем.
Еще молимся, о Еже, сохранитеся града всему и всякому граду и стране от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия неплеменников и междоусобной брани. О Еже, милостиво и благоветливо быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите ны от належащего и праведного своего прещения и помиловать ны. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышать и Господу Богу глас моления нас грешных и помиловать нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, великого князя Александра Невского,
преподобного Арсения Каневского, преподобного Серафима Вырицкого, святых и праведный Бог Отец Иоакима и Анны, святого апостола Анании, преподобного Става Бишевского, святого преподобного Романа Сладкопевца и всех святых своих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крыву Твоей, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко Бог и человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, извести на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и отстави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. И яко Твое царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
И никогда подвижаться ногам моим на мебель речи ваша,
яко астын раны готов, и болезнь моя предо мной есть вынул, яко беззаконие мое зачувствуется, какуйся гресе мое, ради же мои живут и крепишься, плачь мне, и умножь ненавидящими без правды, воздающими зла возлагая, о болгахами за не гонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помоги в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, помоги в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю, пожидать Тебе душа моя, умножь Тебе плоть моя, землепустья непроходнее, безводнее, так и посвятим явиться Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живу, пусть не мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем издержу руцы мои, яко добрая мать всегда исполнится душа моя, и усна мои радости восходят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних полчахся Тя, яко был и помощник мой, в крови крыл Твоего возрадуйся, предве душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, и же в суе скажу душу мою, не тут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лица вам буду. Царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся клянусь им, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко был и помощник мой, в крови крылу твою возрадуйся, предве душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дне возлах и ночи пред Тобою. Внедет пред Тя молитву моя, преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнится зло душа моя, и живот мой аду приближишься, примену с нисходящими в ров, бых я, как человек без помощи мертвых свобод, яко язни из кращего гроби, их же не помянул я всех тому, и те драки Твои на вине выше, положишь меня в рове преисподнее, где напися не смертней, мне утвердится ярость Твоя, и вся волна Твоя набилась и на мя, далят все знания моих от меня, положишь они между себе, предан бык и не скаждар, очи мои на гости от нищеты, возвав Тебе, Господи, везде, воздев Тебе руцы мои, и дам я Твоим творишь чудеса, или врач воскресят исповедать Тебе, и да повесть в гробе милость Твою истину Твою погибели, и да познанным будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоей земли забвений, я к Тебе, Господи, возвав, и утром молитву моя притворит Тя, Твой, Господи, отреши душу мою, отращаешь лице Твое от меня, нищмися, и в трудях от юности моя, поднежишься, смирився и изнемогу, на мне придушь о гневе Твоим, устрашение Твое возмутишь мя, обудешь мя, яко вода весь день, одержавши мя в купе, удалился от меня друга есть знаемых моих от страстей, Господи, Боже, спасение моего, подни возлах и мощи пред Тобою, обнедет пред Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови души мои, Господа, и вся внутренняя моя имя Святоего. Благослови души мои, Господа, и не стоя всех воздаяний Его. Очищающихся беззаконие Твоя, исцеляющихся недуги Твоя, избавляющих от исцеления живот Твой, вещающихся милости щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться, яко творлю юность моя, творяй милостью Господь. И судьбу всем обидимым, сказав пути своей Моисееве, сыновом Израилем хотение своя. Щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милости, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней о земле утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лик отстать восток от запад, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыны, щедрый Господь боящихся Его, яко той хазна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди мне, и не будет и не познает тому места своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я.
Господь на небесе готов престол свой, и царство его всем обладает. Благословите, Господь, все ангели его, сильней крепостью, творящий слово его. Услышите глас Небес его. Благословите Господа вся сила его, судей его, творящий волю его. Благословите Господа все дела его, на всяком месте владычество его, благослови души мои Господа. На всяком месте владычество его, благослови души мои Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в праде Твоей, и не внедится с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил я стены, яко мир Твоего века, и уныло мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув не древнее, поучися во всех делях Твоих, творение руку Твою поучахся, воздев Тебе дверутся мои, душа моя, как земля безводная Тебе, скоро услышим, Господи, ищися дух мой, не отвратились от Твоего от меня, и уподобись нисходящим ров. Слышим, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, ночью пойду, яко Тебе всяк душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради Господи, живешь имя, правду Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, и погубишь все остужающие души моей, яко даст раб Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю праву. Слава Господу Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Thank you.
Господу помолимся. Отступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Слышали, все на
видел дом Захарии их, и целовал Елисавет, и близь ярко услышал Елисавет целование Марино, сыграйся младенец в очеве я, и исполнися Духа Святой Елисавет, и возоди глаза в землю и величе. Благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да прииде мать Господа моего ко мне, где твоя шабыкнула целование твоего, по ушию моею, заиграйся в младенец радоще в чреве мое. И блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголом ей от Господа. И рече моя, величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, а Боже спаси мое, яко призре на смирение рабы свои я, все плотные ублажат. Яко сотвори мне величие стихи и свято имя Его. Прибывшие Марьям с нею яко три месяцы, и возвратися в дом. Святых ангелов и соборных пророк и апостол,
Я покажу тебе, Отче Божий,
божественным содействием против болезни твоей, во время я приносотелателю и Творцу отдал Иси, всего ради святую твою паре память, чиспующийся Романе Преподобне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
тебе, Богомудрый, в церкви Твоей, с людьми благочестивыми предстоящие, Твоей же, как Богородице милости, примени на радость наших причин, сразу родила Иси, всех человека приди, отпустившего. Пресвятая Богородица, спаси нас, тебе вся земля даже приносит, яко царица Божией Матери, архиереи кланяются и люди все веселятся, покрываемые от всякого зла, во имя Богородицы молитвами. Пресвятая Богородица, спаси нас, гору тебя великую долину пронаписать, из тебя в семени родился Христос, и сокруши всю демонскую лесть, и всю своей веру исполни землю, и мужа заны Богородице молиться, славящая твоего покрова в праздник. Преподобный Отче Романе, моли Бога в нас, просвещение исполняем не на высоте добродетелей, божественно возбудим, не прегал неси на всех земных, и столб небесный светильник благочестия был неси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Yeah.
света ваша жизнь, небо небесными служащим Богу ангелы, ныне же в себе Мытья Богородицу, и твоя требует помощи и заступления, благословенная. Пресвятая Богородица, спаси нас, гора усыленная Духом, Юже Абакум видит, а чащу верную целебную сладость. Богородица, Дева, исцели мы Сына Твоего вопиющего, благословен Бог, Отец наш. Пресвятая Богородица, спаси нас, преклони в небеса в Тя, Дева, вселися, и ныне на молитву Твою жизнь. Богородица, чистая Твоя Царица, исполняй прошение, и мужа за ним усердно помолись, хотя бы надеемся, благословенная. Пресвятая Богородица, преподобнего очарования, моли Бога о нас. Богородицу Марию, Богомудро, и мил еси учителя, разомляющую тебя и научающую, и пети повелевающую, благословен еси Господи, Боже, Отец наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, ты можешь идти, ищи, ради слова Богородицы спасай, благо умом разлое мое, ныне же действуй мое, тебе мое целоты дай петь тебе, честными и славными пророки, с верховными апостолами, и со священномученики, и зоркие лесами, нежные Богу помолиться, моего покрова праздник, просите земли, прославшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, гордыню и шатание не сложи, и советы неправедных разори, начинающих ради погуби. О Боже, Мать и Царица Всечестная, православных рук возвыси, на Твой праздник славим, Пречистая Богородица, Дева зовущая, Господа воспевайте, дела превозносите Его во вся веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, пустыни приносящие Тебе пение, уже верно поклоняемся, ибо внутрь сердца наши горят, Мать Божия Пречистая, возьми нас, молящиеся Тебе, и Господа воспевающих, и превозносящих Его во все веки. Преподобный Отче Романе, моли Бога о нас, всю мира красоту и сладость и славу отряс, Душу Твою перил еси пышним грехом, тамошним славу и светлостью мудре, и добротом неизреченным, пребыванием тамошним, свет Бога начальника зовя, вся превозносим Христе во веки. Благословим Отца и Сына, и Святого Духа Господа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Богу, Отец, Господь, Отец, 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 Отец
Господи, и те же неизреченные пребывают на вас, и всегдашнее наслаждение, и те же он и богоначалие, светлость и веселье, и те же неизглаголанное слово блаженнейшее. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Thank you.
Yeah.
православных апостолов, святых апостолов, Петра и Павла, святителей святотворца Николая, святого благоверного великого князя Александра Невского, святого праведного отца нашего Иоанна, пресвитера и святотворца Кронштадтского, преподобного Серафима Вырицкого, святые блаженные, матери нашей Ксении Петербургские, апостола Анании, преподобного Романа Соскопевца, преподобного Савы Вишерского, мученика Давнина Саунского, преподобного мученика Михаила, игумена Завийского, новомученика и исповедников российских, священного мученика Алексея Пресвитера, священного мученика Михаила Пресвитера, священномучеников Александра Георгия Николая, пресвитеров, мученика Ивана, святых царственных святотерцев, новомучеников и исповедников, святых праведных Богоотец Иакима и Анны, и всех святых поющих посет нас, якому он и человека любец. Твоя, прицеп твоего сына, рабатый мой,
очищение оправданием Твоим, да исполнится уста мое творение Твоего, Господи, я когда свою славу Твою, песнь великолепие Твое, святый Боже, святый предки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый предки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый предки, святый бессмертный, помилуй нас, слава Твою Святому Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, и не отдай его ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Отче наш, и без ныне всех, за имя Твое, куда придет Царствие Твое, куда будет воля Твоя, как на небеси и на земле, как на сущий граждан людей, и остави нам долги наши, как уже мы оставим дружников нашим, и не беги нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, 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 и же на всякое время, на всякий час, поклоняем и славим и Христе Боже, много терпеливе, много милости, много блага ужровня, и же праведное тебя и грешное милуяй, и за всякое ко спасению обещание ради будущих благ, нам, Господи, вини, и наши все силы молитвы, и исправим любовь нам и заповедям Твоим, души наши осветим, телеса очистим, обращение исправим, мысли очистим, и избави нас от всякой скорби, новой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да обручение их соблюдает ненаставляемым, достигнем да усиления веры и в разуме преступной Твоей славы, явно благословенной силы веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую без сравнения серафим, перестрение Бога Слова Рощую, сущую по грудь тебя величай, именем Господним благословимочные. Боже очистенный, услышанный, благословенный, помилуй, помилуй ты. Аминь. Христе, святи истине, просвещайся, чай всякого человека, грядущего в мир, да знает слава святеца своего. Да мне будем свет неприступный, и исправим страхи наши веры, заповеди Твои, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Oh, my God.
Пречистая Матери, преподобного Монастыря, Его же и память не совершаем, не вспоминаем их святых и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святая Церковь вспоминает событие, которое произошло в начале 10 века, в 910 году в Константинополе, Византии, в храме Лангерской иконы Матери Божией, когда Константинополь, град, был окружен неприятелем, и по преданию говорится, что это были как раз русичи, славяне. Они угрожали городу тем, что хотели взять его и расхитить его богатство, как и было часто в период языческой Руси, много было нападнических войн. И все буквально до единого заполнили храмы Константинополя, и вот в Лангерском храме, где народ молился всю ночь, в районе 4 утра, Андрей Христа ради Иродиевы увидел, как по воздуху под сводами храма движется процессия от западных ворот в сторону алтаря на восток.
которую возглавляет Матерь Божия в окружении святых и ангелов. Она шествовала, поддерживаемая Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. И вот она приблизилась к амвону, а затем и к алтарю, стала слезно молиться Господу о пощаде этих людей. Как мать за своих детей, она переживала и Андрей Христа ради Иродиевой, которому это видение открылось, был, конечно, восхищен этим и говорит своему ученику Епифанию, будущему патриарху Константинопольскому: «Видишь ли Пречистую, которая молится за весь мир и нас грешных?» И Епифаний говорит: «Вижу, Отче, и ужасаюсь». И не только ужасаюсь, но и утешаюсь. И вот продолжением этого чуда стало чудо того, что ополчающиеся на них страхи бежали, ибо началась на море такая буря, такой шквал, что весь вражеский флот был разнесен в щепы. И тогда сухопутные войска, увидев, что им нет поддержки с моря, уже напал страх и трепет на них. Увидев поутру все происходящее с неприятелем, константинопольцы вышли армией против них и стали их гнать и побивать. И одержали верх победу над неприятелем. Предание говорит о том, что в море была спущена риза Матери Божией. И вот как только они, молясь, конечно, опустили эту ризу, так начался шторм страшнейший. И вот кораблекрушение, и в конечном итоге страх на неприятеля и победа над ними. Конечно, это событие говорит прежде всего о чествовании Матери Божией, которая является защитницей, покровительницей рода христианского. Покров значит покровительство, защита, заступничество, как и поем мы в одной из песнопений Матери Божией: «Тебе и стену, и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятную Богу, Его же родила я себе безневестная, верных спасений». Действительно, там у Христа на Голгофе Матерь Божия, сораспинаясь душевно, о чем предсказал ей еще Симеон Богоприимец: «И тебе самой душу пройдет оружие». Вот этим оружием, прошедшим душу Матери Божией, стало созерцание ею умирающего на кресте сына, распятого, пригвожденного, избитого, и она душою своей сораспиналась с ним. И вот в этих страданиях и муках она порождает в некотором роде весь род человеческий, христианский, становясь матерью всего рода христианского, и прежде всего в лице Иоанна Богослова, о котором Господь ей сказал с креста: «Се Сын Твой». И вот это усыновление Матери Божией является важнейшим условием для того, чтобы усыновиться затем и Сыну Ее, Господу Богу нашему. Как и сказано в Евангелии: «А верующим Него дал власть быть чадами Божьими». И вот это чадство Богу, Матери Божией, чадство Матери Церкви является залогом возможного чадства и Царства Небесного. Если мы будем достойными сынами и дочерьми Матери Божией, Сына Божьего, Матери Церкви, тогда будет надежда на то, что мы сможем быть таковыми же и
в небесном царстве. И вот мы видим, несмотря на то, что человечество и многие люди нанесли Матери Божией такие страшные раны, такие страдания, но она не озлобилась. Она не ответила на все эти страдания свои, муки, переживания, убийства сына злобой, местью. Нет, это характерно для нас, людей. Ибо мы отвечаем по естеству. А Бог и Матерь Божия отвечают на все это по благодати. То есть сверхъестественный ответ они дают на все это, зная прекрасно и понимая, что злоба и коварство, греховность этого мира искупается только жертвенным добром, жертвенной любовью. Поэтому ноге наносил удары, спаситель не отвечал. Он не оправдывался, как это часто бывает у нас. Он не озлоблялся, он кротко молился, даже пригвождая его к кресту Голгофскому. «Отче, прости им, они не ведают, что творят». И вот подобным образом Матерь Божия отвечала также не по естеству, естественных законов на зло злом отвечать. Зло преодолевается только жертвенным добром, и вот источником этого добра является Господь. А проводником этого добра, любви, милосердия, снисхождения, терпения, смирения, призваны быть все мы, род христианский. Если мы хотим, чтобы жизнь этого мира продлевалась, а не прекратилась и свернулась в одночасье, мы должны быть носителями любви, проводниками этой любви, струиться духом любви, проявляться в этой любви, как проявлялась Матерь Божия и проявляется не только те тысячу лет назад, но и всегда, и во всем, и по отношению ко всем. Она продолжает нас, хоть и безобразных, грешных, непостоянных, лукавых, лживых, но продолжает любить, отогревая своей благодатью нас от озлобленности, черствости, жестокосердия. И вот это запредельно для естественного понимания человеческого. Почему так все это происходит, что очень многие святые, отдавая жизнь за веру, за Господа, за Церковь Святую, не роптали, не негодовали, не злобились, не отвечали на зло злом, ибо в этом случае только бы зло этого мира умножалось, и тогда не исполнилась бы заповедь Господня, которая сказала: «А я говорю вам, вы должны любить врагов ваших». Почему Господь об этом говорит? Именно потому, что чтобы не приумножалось зло, а искоренялось, преодолевалось, нейтрализовалось зло. И тогда радостнее, благодатнее будет жизнь людей в этом мире. Нет другого пути. И пример Спасителя, пример Его Матери, покровительствующий всем и особенно роду христианскому, является для нас высочайшим эталоном богоугодной жизни, правильных отношений и ответа на ту злобу, которая бывает в человеческом мире. Будем же об этом помнить, чтобы в эту копилку злых дел человечества не влагать еще свои какие-то дела, ибо этими грехами мы распинаем Господа, досаждаем Ему, Его Матери, как неисправные, малоплодные, порой безумные, озлобленные, если мы вот действуем таким образом. Поэтому, если мы именуемся христианами, то, конечно,
такую высоту достоинства, звания христианин, Христового подобия, мы должны подтверждать и добродетелями соответствующими Господу и Матери Божией. Пресвятая Богородица, помогай нам. Аминь. Напомню вам, дорогие, что завтра две литургии ранее, 7-8, 10 часов. Вечером будет акафист с Покровом Матери Божией. В четверг церковь в честь памяти священномученика Киприана и Юстины. И также блаженного Андрея Христа ради Иродиева, о котором сегодня говорили. Вечером будет акафист с Игорем Николаевичем Чудотворцем в четверг, в пятницу. Священномученика Дионисия Репагита, церковь в честь памяти. Вечером в пятницу будет панихида в канун субботы, в субботу память святителя Гурия, архиепископа Казанского и в Арсенофе, епископа Тверского. И в воскресенье церковь чтит память святителя Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена и прочих других московских святителей. Две литургии в воскресенье ранее, всем поздним в 10, и вечером будет акафист иконе Матери Божией от радости и утешения. Божие благословение всех праздников. Еще раз поздравляю.